Здравствуйте, друзья. Едем мы с Сергеем по улице El Camino Real. Куда едем? Во Фрайс, как обычно. Во Фрайс, в магазин, где наполняется радостью сердце близкого к IT-человека. Ну, да. Так или иначе близкого. Или так. К любой там аудио-видеотехнике, наверное. Да, тоже. Да, там же, да, там много. Да. Хотя, надо сказать, что вот я наблюдаю, что покупки по почте вышибли абсолютно некоторые виды товаров из ассортимента Фрайса. Например, раньше можно было зайти, и там было, не знаю, там глаза разбегались, сколько, например, фотоаппаратов и видеокамер. Угу. Сейчас практически ничего нет. Вот последний раз мы были, там было там два предмета лежали, и все, потому что, ну, как бы, видимо, нет смысла покупать в магазине. Я в свое время тоже покупал не там, а покупал в онлайне, потому что было, ну, на $200-300 дешевле, на 20-30% было дешевле. Угу. Покупать в онлайне, ну какой смысл? Ну вот убивает онлайн. Но, друзья, речь не об этом. Мы внедряем такую, знаете, систему, чтобы стримить прямо из классной прямо, комнаты. Да. Развиваем классной... стрим. Да, да. Идея, конечно, не столько в том, чтобы стримить, сколько в том, чтобы записывать видео, да, которые, ну, из уроков. Да. Это существенно и для нашего онлайн-класса, потому что им важно видеть, что происходит здесь. Угу. И, кроме того, устаревают вещи. Вот я, допустим, смотрел сейчас Selenium WebDriver, у нас вот Элли, наша звезда, значит, она читала, и было делано буквально там чуть ли не в августе. А сейчас мы уже хотим этот класс по-другому делать. И вот буквально в четверг, то бишь послезавтра, она снова будет это делать. Там с Java, но уже вот как бы в другом ключе. И надо снова записать. Правильно? Там она с Python делала. Ну пусть будет один, пусть будет другой. Кто хочет посмотреть то, как раньше было, тоже. Тоже все очень полезное, очень интересное. Но просто вот была идея, как это изменить. Так что камера там вот такая. Да. Мы уже ее повесили, мы уже поставили микрофон. Да. Практически все законнектено, скажем так. И вот сейчас тестируем. Но камера сама по себе стоила $1600. 1700 даже. 1700 долларов. Причем это плюс камера. Плюс налог. Ну, это еще как-никак 170. Это святое. Это святое. Но я к чему говорю, камера стоила 1600-1700 долларов. И там ничего, кроме камеры. То есть это не камера, вот как, знаете, как вот там на плечо повесил или там в руку взял. Нет, это вот, ну, линза вот там. Да. Ну и еще немножко, да, к ней. Да. Еще немножко. Вот. Хорошая камера, такой телевизионного качества, я бы сказал. Да, да. Так это и есть камера телевизионного формата. Да. А их используют для стримов в телевизионный поток, да. То есть специально. Да, вот когда я читал про них, эти камеры используют телевизионщики. Непосредственно там, когда-нибудь какие-то эвенты, там, в смысле, события какие-то там. Мероприятия. Да, мероприятия надо транслировать, они их используют. Концерты, там какие-то спортивные события, еще чего-то. Друзья, вот такая камера будет у нас висеть в офисе. Ну, в классной комнате. Я покажу, как она висит. Вот, может быть, когда мы так подробнее покажем. Mm-hmm. Но была некоторая перипетия с этим совсем связана. То есть мы, наверное, 2-3 недели получали по кусочку то, что заказывали онлайн, чтобы все это... Мы долго уперлись со звуком, с микрофонами. Да. Оказалось, пока подобрали, пока с фантомным питанием, потом с фантомного питания оказалось мало микрофону, надо было еще предусилитель, и, короче говоря, вот сейчас уже... Если бы вы сейчас видели, что у нас там стоит такое, ну, вы бы, да, сказали, о, там целая видеостудия, да, там прямо программа «Время», ну, утрирую, да, но, в общем... У нас выносной микрофончик, потолок врезан непосредственно возле доски, там, чтобы, да, слышно было. Мы все покажем. А микрофончик тоже не дешевый. Да, непростой. $200, ну, на секундочку. Всего. Да, и предусилитель за 50. Ну, да. Слушай, а предусилитель-то копеечный получается? Даже, по-моему, 70. Не, по-моему, даже, по-моему, 60 или 70. Ну, что-то в этом роде. То есть, друзья, оказывается, вот так недорого. Еще звука $300, грубо говоря. А кабель еще к нему. Да. То есть, друзья, студию, оказывается, телевизионного качества, ну так, в некотором приближении. Нам можно, не хватает еще. Можно организовать совсем не, за недорого. Да, каких-то пару тысяч долларов.
тысячи три должно хватить. Если бы мы знали, что делаем, то вышло бы быстрее. Да, поскольку это первый раз, и технологии сейчас новые, вещи новые, приходится методом тыка как бы. Дай бог последний. Сколько нам надо там этого видео снимать? А вдруг мы захочем в Silver еще захотим поставить? Ну, обычно у нас все ударные мероприятия происходят в классе все-таки. Gold. Да. Так ну, что... посмотрим. Да, и мы вот поехали в Fry's. Да, во Fry's коннектор надо взять. Просто купить маленькую пятитюлечку. Да, да. Но мы уже не можем ждать по почте этих пятитюлечек, потому что послезавтра начинается класс, который мы хотим записывать. А это не то же самое, что записывать там с камерой на штативе. И качество не то, и, ну, в общем, как бы есть все основания, так сказать. Хотим сделать тестовую запись. Записать по-человечески. Да, тестовую запись. Надо звук отрегулировать немножко еще, шумы убрать, чтобы более голос явный. То есть там ряд таких телодвижений, которые необходимо сделать непосредственно перед началом. Представляете, друзья, записи. Казалось бы, такая простая вещь — записать человека, как он там урок ведет. Да, эта камера, она вообще так позволяет удаленно там крутиться, вертеться во все стороны. Но я думаю, что мы, может быть, вряд ли мы так будем делать. Просто уже пусть стоит. Да, но если какой-то урок важный, то можно прям просто сидя где-нибудь за компьютером, и можно как бы наблюдая. Наизжать там. Да, я там сделал пресеты перед установкой камеры, там позволяет камера сделать определенные виды предустановленные. Если она какую-то на доску назумить, какую-то боковую, я просто нажимаю кнопочку, она клац туда, быстренько сфокусировалась. Шикарно, вернуться, то есть не вернулась. Надо вот это вот Нет, абсолютно. Наводить. Просто там. Я бы несколько позиций задал, я просто между ними переключаюсь, она туда-сюда въездит. Удобно. И фокусируется сразу. Вот я могу сидеть дома фактически. Да, можете управлять съемкой. И там буквально сидя из дома, там как пару кнопочек нажимать, он фокус туда, фокус сюда. Да. То есть где-то как бы акцентировать внимание на что. Потрясающе. А вот и Fry's. Казалось бы, сколько там той жизни. Вот он, Fry's. Да, кстати, возвращаясь к онлайн-продажам, я где читал информацию буквально на днях, что к 2018 или к 2019 году Amazon будет контролировать половину продажи всей электроники в Америке. А сейчас сколько у них? Ну, сейчас не половина. Я не знаю, какой сейчас у них процент, но вот буквально там через год, если ничего не поменяется, то половина продажи всей электроники в Америке будет приходиться на Amazon. Ну, это говорит только о том, что львиная доля продаж электроники — это такие нехитрые бытовые вещи, где там не нужно специализированных магазинов, потому что... Ну, это, наверное, сюда включают и холодильники, и стиральные машины какие-то. Электроника? Все. Наверное. Я думаю, сейчас, что сейчас, конечно, такие холодильники, что там одна электроника. Так сейчас такие холодильники, сейчас продукты могут заказывать через интернет, и вам все привезут. Прямо в холодильник? Да, встроена система, которую вы задаете набор там каким-то образом. Так. И говорите, что мне на завтра надо какие-то продукты. Он сам пойдет в интернет, сам закажет, сам и привезут вам домой. Как жить, друзья, как жить? Но для того, чтобы... Жить и наслаждаться. Как? Для того, чтобы такой системой оперировать, нужно иметь PhD. Вот, друзья, к вопросу о том, что продавать, когда уже камеры продавать не получается. Вот продают всякие-то запахи, тестеры. Видите, это как раз специально, чтобы попробовать. Тут запах такой сильный стоит. Наверное, люди пробуют. Друзья, коннекторы, которые мы искали. Почем вещь? $5. Вот, пожалуйста, вместо электроники такой традиционной, вместо видео, аудио. Дорогие предметы, хорошо. Места так уж прям очень много не занимают. Да. Мониторы. Это телевизоры, да, такие? Телевизор. 4K. Почем вещь? 3 298. Дороговато, я не скажу. Я не знаю, почему. Похоже на Пуэрто-Рико, знаешь? Такого вот я видел. Костка такого плана можно за полторы взять. А вот это 2000. Да. В чем разница-то? Диагональ 60 дюймов. 650. Вроде бы там висит, что 539 стоил. Это саундбар. А, окей. В общем... Сказать, что там какая-то резкость особенная, не могу. Хотя нет, вот сейчас хорошо. Вот вообще $300, 55 дюймов. $300, 55 дюймов.
Вот я вам говорил, нет больше устройств. Вот картиночки только лежат. Но если хочешь купить, вот они там в коробочках. Там они в коробочках прямо тут. Да. Кстати, вот, значит... а тут и картиночки нет, смотри, вот так просто. Этикетки и все. Хотя я скажу, для 4К сейчас очень многие блогеры и используют именно фотокамеры для съемки в 4К. Вот у нас Сергей нашел наушники Beats. Да. Компания выкуплена Apple. То есть, можно сказать, наушники Apple. Вот тут можно потренироваться, там, в смысле, послушать, как работает. Вот. Чего слушаем? Ага. Видите тут? Иди послушать, как играют. Ну давайте, я послушаю. Вот так, это. Можете меня заснять. Давайте. Ну как? А почем вещь? Обычная цена $300, 350. Но на сейле можно за 250 взять. Не, ну вот тут они по 200. Это вот эти. А? Это вот эти. А они отличаются? Да, отличаются. Это все ухо закрывает. Это не все ухо, это over. Звучит шикарно. То есть, такого не купишь, конечно. Не, ну $300. Богато. Да. Так, подождите, а если другие? Попробуйте другие. Не хватает, да. А звук-то нет? Сейчас. Нету звука? Попробуйте. Попробуй. Есть, пошел. Есть разница. Есть разница, конечно, нет. Вот эти звучат получше. Есть, конечно. Во-первых, там больше динамиков в самом, не, ну, в самом даже, наушнике. Не сопоставимо. Да. Да. И да. Ощущение само. Потому что это полностью накрывает ухо, и у вас нету посторонних звуков. На моей пестрой рубашечке, прям под цвет. Да. Может быть незаметно, но это то, зачем мы здесь. Да. А не то, что вы подумали. Да. То есть мало наушники иметь, надо еще источник звука. Ну, вроде бы сейчас цифровой источник вообще. Слушай, ты знаешь что? Я помню, когда школа наша только появилась, я мышки все время покупал, они портились для школы. И мышки стоили, например, там $3-4. А вот уже за 10 была приличная. Ну, это все тоже как бы приличные. А эти вот по 15, ну это очень, это супер. То есть тогда такая мышка, я не знаю, сколько там такого качества могла стоить, но. Да. Ну что же, наверное, мы пойдем, да? Да, потихонечку. А что тут куча мышек? А это какие-то разные мышки. Это мыши уже, смотри, по $60. Ну, это... Дайте я возьму в руку. Ну, это, наверное, на мониторе надо смотреть как-то. Ну, даже не знаю. Ну, вот они разные серии, вот, наверное. $60 это, может, мышь. Игровые, не, а что, если есть $60, правда? Mm-hmm. То есть нормально. Мы, друзья, идем платить. Снова опять духи, смотри. Невозможно пройти, чтобы не предлагалась всякая такая пахучая субстанция. И вот мы идем, а там в конце вход в кассы. Но действительно... Такое ощущение, что меняется облик магазина. Раньше книги здесь были. Вы не знаете, сколько здесь было книг. Это было что-то невероятное. Они были недорогие, и они были в невероятном ассортименте совершенно. Когда-то. А сейчас так уже скромно. Так, ну что, может быть, побаловать наших сотрудников каким-нибудь баловством? Что у нас тут есть? Орешки. Давайте возьмем. Раз, два. Один, два. Три. Все. Хорошо. Чтобы не получилось, что зря ездили. Зря? Так, с очку, может быть? Какого? Какого понравится. На дорожку. А то что мы так
Едем и едем. Они разные. Ну, давайте, я возьму себе... Так, я возьму себе... Плохо, без очков-то не вижу. Strawberry banana. No sugar added. Там своего хватает. Так, берите, что будем пить. А я такой же сам возьму. Ладно. Так. Мороженое, нет? Нет, мороженое. Нет, нет, я говорю, продают мороженое? А, да. Очень хорошее, вот это шоколадное. Да, это вот справа. Это вот. Да, очень хорошее. Так. Ну, держите пока, пока я, раз я с камерой, это у меня. Ну, пока вот, значит, в очередь становится. Друзья, и в Америке бывают очереди. Вот они, друзья, Дикий Запад. Раньше торговали с индейцами, хрен знает чем. А сейчас электроникой на весь мир. Стилизированный магазин, стилизированный конь. Ну чтобы да, это коня чтобы припнуть, когда лошадку привязать. Да, чтобы это... Да, когда-то вот тут лежали громадные россыпи всяких компьютерных журналов таких бесплатных.